личному составу, сотрудникам и ветеранам райотдела внутренних дел. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш самоотверженный труд по укреплению законности и правопорядка, проявляемый при этом мужество и героизм, заслуживает самой высокой оценки. Выражаю уверенность, что сотрудники полиции, верные присяге и профессиональному долгу, и впредь будут успешно выполнять стоящие перед ними сложные задачи по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечению надежной защиты наших граждан. Примите пожелания крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия, успехов в службе. Глава муниципального образования Хасавюртовский район Жамблат Шапиевич Асаламов.